Зачем же уважать браманов? Я думал, нужно уважать политиков, кинозвезд, да, спортивных каких-то там чемпионов, да? Вот там плакаты везде висят. Там не иконы, да, дома, а плакаты. Вот раньше на плакатах были браманы, представляете? И те, кто за браманами следует, если там были кшатрии, вроде Арджуны, там всегда было понятно, что куда он, когда у него лицо направлено? На браманов. Вот это был идеал, вот, к которому люди в ведической культуре стремились. И браманы, это же не просто вот люди, у которых такой значок вот написан, я браман, да? Или у меня вот шнур, вот я браман. Вот. Браманы – это люди, которые живут определенным образом. И вся цивилизация, весь этот огромный корабль ведической цивилизации плыл в ту сторону, куда указывали своим поведением, своим примером браманы.